Выступление мытищенца Олега Мишина в зале библиотеки имени Кедрина состоялось впервые. Для своих гостей артист подготовил сольный акустический концерт, в который вошли песни под гитару из разных альбомов исполнителя. Основное направление – рок-музыка. Утром ранним ты спешишь по мостовой, полиционное дыхание пробуждает образ твой. И невидимо прохожим мы легкословный день, даришь людям день погожий в море каменных стен. «Я и моя гитара» – под таким девизом состоялся концерт музыканта. И не случайно. Олег Мишин ранее был удостоен звания «Лучший гитарист страны». Его творчество началось в 90-е годы. За три десятка лет солист успел принять участие в таких группах, как «Катарсис», «Эндзон», «Манго-манго», а также сделать собственный проект «ОМ». Здесь музыкант попробовал себя в стиле акустического фолк-рока. Среди слушателей сегодня обычные жители городского округа Мытищи. В зале те, кто впервые познакомился с творчеством музыканта, и те, кто долгие годы является поклонником этого направления. Я считаю, что он большой профессионал, вот он мультиинструменталист. Во-первых, он человек, имеет образование хорошее, классическое образование, и имеет талант и желание, способности, вот осваивает и бас-гитару, и гитару вот вместе с группой «Манго-манго», он там гитарист. В концерте прозвучали такие хиты, как «Разгуляй», «Улыбнись ветру», «В плену своей любви» и другие популярные песни. Зрители с теплотой встречали музыканта, некоторые даже подпевали. Пусть не заметит она, как бежит время рекой по камням, пока я не нашел ту, о которой мечтал. Алла Сталаева, Денис Петров. Информационная программа «День».